Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Почти 8,5 миллионов человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации. Более полумиллиона ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Более 3500 ликвидаторов были из Ульяновской области. На сегодняшний день в живых чуть более 900, из них 70% это инвалиды. Мы вспоминаем и скорбим, склоняем голову. Первые дни задачей ликвидаторов было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного реактора и предотвратить еще один, более мощный взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы по очистке территории и строительству так называемого саркофага – бетонного корпуса вокруг четвертого энергоблока. О защите собственной жизни думать было некогда. В нашем регионе, я могу сказать, что единственный в России создан уникальный музей той страшной аварии. Работает центр, профилактический центр медицинский, в котором наши граждане проходят оздоровление, в том числе и члены их семей. В этом году было принято решение к этой памятной дате выплатить единовременную выплату всем участникам тех страшных событий, которые проживают в нашем регионе, по 1000 рублей. Наши граждане получат на счет уже в ближайшее время. Колоколу Чернобыля возложили цветы ликвидаторы, вдовы, депутаты Законодательного собрания и Городской думы, общественники, глава областного центра и временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Павел Половов, Владимир Куликов, Улправда ТВ.